Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в DinoBash 2 Путешествие во времени. Так, зайдем в магазин, заберем бесплатно сундук. И, кстати, нам здесь выпадет шлем, что уже приятно. Так, Кентра, Раптор, кластерный выстрел. Оу, эпик шлем. Так, ну неплохо, неплохо, друзья мои. В общем, сегодня серия будет, наверное, посвящена тому, как я занимаюсь фармом здесь. Пытаюсь заняться, скажем так. Это будет правильнее. Так, ну для начала шлем. Шлем у нас идет на Стега. Ну, прекрасно. Да, конечно, очень нужно много бабла, ребята, для того, чтобы все это прокачать дело, но... И хотел еще сказать, ребята, вот это вот событие, это... Это что за трэш они здесь сделали? На 8-м этапе мне просто невозможно. Там... Это 8-й этап, это не последний. Да, сундук легендарный, я не спорю, ребята. Оно не до такой же степени жестить, что прям миллионную армию направлять на тебя, с которой ты справиться просто не можешь. Так, ну что, давай начнем, наверное, для начала заработаем финансы. Фармлю, друзья мои, я вот этот уровень. Мамонта, конечно, отсюда можно убрать, потому что я им не пользуюсь, грубо говоря. И давай-ка мы, наверное, его заменим. Так же, как и Плювик, он, в принципе, здесь тоже не нужен. Подожди, как там? Стоп. Мне заменить-то дадите здесь или что? А, какой заменить-то? Это же, тут, ребят, я попутал с событием. Это в событии же меняешь. А здесь ничего не меняешь. Здесь играешь все, как у тебя есть. В общем, 5 энергии есть. Можно 5 энергии потратить. И, кстати, если кто не в курсе, здесь, ребята, есть... Точнее, не есть, а уже вышло обновление такое, где можешь поставить на авто, но... Я тебе скажу, что авто — это полная чушь. Полнейшая чепуха. А вот этот уровень, да, этот уровень я, ребят, фармлю по возможности. Че ты приперся-то? Иди нафиг. Стоит он тут мне. Не так, конечно, много получаешь монет. Но если ты проходишь, например... По нескольку раз, то, в принципе, выходит довольно неплохо. Я опять забыл про птичку, ребят. Мой косяк. Как ни крути. Так, два рыцаря, да? Два рыцаря в труху. Так, мне нужно таких вот очень много здесь брать, потому что сейчас будет довольно жестко. Но огонек есть. Заколебают эти рыцари. Соответственно, мы их издалека поджариваем. Уйди отсюда. Ну вот как-то вот таким, ребята, образом у нас получается фармить. То есть я прохожу один и тот же уровень, потому что он довольно простенький и быстренький, так скажем. Особо сильно тут запариваться надо. Сейчас, по-моему, выйдут великанши, но для нас это будет... А, нет, тут вон кто выходит у нас. Если бы я еще, конечно, попадал бы по ним... Что там за звуки? Что там за клоканье? Ну, как-то вот таким вот образом у нас получается все это дело. Все. Итого у нас получается 3 забора мы с тобой ломаем. Мне даже дали карточку на Тирекса. Удивительно. Вот, и забираем здесь еще с тобой награды. Так, еще 800 монет. 2 самоцвета. Энки 5. Раптор. Ну, вот таким вот образом получается. Еще 4 забора ломаем, получаем 1000 монет. Теперь понимаешь, да? На данный момент уже 5600.
Мне надо, друзья, прокачать кого? Ну, для дальнейших миссий, в принципе, мне нужен Пэтчи. Диметра я уже прокачал. И, наверное, Тирекса. Хотя я бы с удовольствием, конечно, хотел бы прокачать Громового Драгу, потому что он здесь больше пригодится. И так как последняя миссия, ну, не последняя, а из того, что у нас осталось. И вот тут еще две Драга. Был бы там вообще, ребята, самый топ. Но на Драга не выпадает, к сожалению, у нас. Карточки даже купил. Подожди, хотя в магазине глянем, что у нас там, я не посмотрел. 6500 это фигня. Легендарный это на... Вот на Кентра бы я бы вообще не покупал бы шлема, ребят, ну. Он, ну, не то что даже бесполезный. Ну, как бы. Ну, он бьет только воздушные цели. Меня это как бы не особо, ребят, сильно удовлетворяет. То, что он чисто по воздушке бьет. Вот, и этот. Я беру более универсальных динозавров, которые имеют не только, например, наземную атаку, но и воздушную. Вот, например, как наш электрический. Он здесь прям по оптималочке идет. Прям вот создан, грубо говоря, для этого всего дела. Контролируем, естественно, рыцарей. По возможности. Бомбим их, соответственно. Не даем им продыху. И опять же вызываем с тобой Кентра. Вызываем этих чувачков в бочке. И вот так вот уровень за уровнем потихонечку фармим. Причем энергия так быстро заканчивается, я тебе скажу. Да, вот эти охламоны остаются по-прежнему, ребят, довольно крепкими. Я вот про этих рыцарей тебе сейчас в данный момент говорю. Да вот заглохни ты, а. Ну давай мне еще одного Кентра. Ой, Кентра. Просто уже все с этим Кентра, блин. Диметра, конечно же, как Кентра. Здесь можно немножко попроще сделать. Так как у меня здесь есть защита, мы можем с тобой выйти вперед. В принципе, не боясь уже эту охламонку, передвинуться даже сюда чуть-чуть. Защиты уже нету, но это все мелочи жизни. Ну вот так вот. Вот так потихонечку мы с тобой и проходим. Этап за этапом. Так, а денег нам дают за 4 забора 250 монет. И знаешь, что мне кажется? Что мне урезали все это дело. 250 монет. Я получал больше. Я получал, по-моему, 700 монет. Когда фармил. Почему-то сейчас стало меньше. Интересно. 250 монет, ну это что получается? Фиговую тучу поединков проходишь и получаешь 500 монет. Так, что у нас тут, ребят? Не помните, никто этот этап. Ну, я не знаю. Я, по-моему, я здесь, друзья, не успеваю по скорости, да, если я не ошибаюсь. Мне не хватает скорости на прохождение. Могу, конечно, ошибиться. Ой, что-то я так как... Что-то я как-то быстро тут откис. Ну давай ты иди, ты, господи, что стоит, сопли жует, блин, на кулак наматывает. Ты да заколебал уже, а?
Ну, естественно, я пока тратить ничего не буду. И урон, конечно, у них офигеть какой. Да иди ты, достал ты уже. А у меня никого и нету, блин. Какие-то недоросли одни. Будем честны. Слушай, ты бомбардиры достанут же, а? Он там забомбил, что ли, моего? Да, он забомбил его. Заморозим, да, этот с ним справится уже, все. Так, еще один забор сломаем и сможем, по-моему, уже... Что мы там сможем? Мы можем с тобой драго призвать уже. Вполне. Либо же... Вот я сейчас и не знаю, друзья, что нам тут важнее. Да какого лешего там? Вот я его там позвал, а он сейчас один там будет, да? И само собой его сейчас там распетрушат. Я об этом тебе и говорил. Тут кто там только не пойдет? Я... Бомжихи же, по-моему, пойдут ведь, да? Со своей армией. По-моему, так будет. Вот, друзья, уже пошла звезда убираться. Ну как, какого лешего-то? Ну, это же с какой скоростью здесь нужно проходить этот этап? Я не понимаю, если честно. Ну, не понимаю я. Какую здесь нужно иметь скорость, блин, чтобы пройти этот этап на 3 звезды? Все очень мутно. Все очень мутно, ребят. На 2, на 1 звезду-то мы проходили, это понятно. Нафиг ли мне твоя 1-2 звезды-то? Давай начнем с этого. Мне 1-2 звезды здесь абсолютно ничего не дадут. Куда он там ударил, я так и не понял. Ну, 2 звезды у нас уже сняли. Так что... Ума не приложу, если честно. Как тут, как, ребята, здесь можно пройти на 3 звезды? Ладно. Я освежил, так сказать, память. Давай глянем, что у нас вот в этом этапе. Основа вот этот получается. Соотношение урона, тебе не кажется, что слишком несправедливое? Если я сейчас не ошибаюсь, ребят, здесь будет у нас копейщик, да? А, нет! Какой, блин, копейщик, друзья мои? Какой копейщик, блин? Копейщик, конечно. Ну давай ты восставай-то быстрее. Этот твой лежит, спит, блин. Хрюкало, мяукало, блин, а? Энки этот тоже тут недоросль.
Вы меня решили затравить, да? Вы меня решили тут, я смотрю, затравить. Я сейчас отдуплюсь. Ну что, сбросим? По оптималочке, так скажем. Так, теперь нам надо, наверное, надо уже копить на этого отпугивальщика. Ну да, потому что он недобитый уже бежит. Недалекая, так скажем. Недалекая уже тут как тут. Блин, ребята, я коплю на него, у меня 70 энергии, все. Как ты, Рэй, так мог пухнуться? Блин, ну... Копить, говорю, на этого. У нас энергии-то... Он же 80 стоит. Он же стоит 80. И бомжиха, насколько я помню, друзья, будет сейчас выкидывать кого? Правильно. Она будет выкидывать вот таких вот рыцарей. Да, ну какая-то нереальность. Я не знаю, насколько должен быть прокачан мой персонаж и мои герои, блин. А чтобы здесь можно было бы хоть как-то с ними справляться. Хоть как-то. Еще вот эти вот каркушек тут, естественно, из-под тишка лезут. А, нет, тут рыцари. Если бы я хотя бы урон бы видел, ощущал бы, но его нету. Это я не могу назвать супер-пупер уроном. И к тому же, если я не ошибаюсь, здесь она будет не одна. Я про бомжиху. Так, вот с этими можно, ребята, в принципе, не связываться. Надо вот этих вот. Дальники в основном. Основную массу урона наносят. Поэтому надо ими заниматься. Сразу, блин, с удара. Вот, 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 идет. Идет король. Голодранец. Звезду уже в минус запускает, друзья. Это со своими плясками, как всегда, начинает. Это что вот за урон, который наносят мои электрические? Ну вот объясни мне. Ну что, он с двух ударов ушатывает. Вторая звезда идет в минус. Я считаю, ребят, что это тоже нереально. Просто вот таких вот рыцарей мы с тобой не можем пробомбить. Что такое одна звезда? Одна звезда меня вообще не устраивает, ребят. Это надо брать с собой в руки, знаешь чего?
миллион заклинаний, блин, и идти валить. Там, например, огонь, чтобы без остановки там бомбить, я не знаю, там еще что-нибудь. Но опять же, кто даст тебе гарантию, что ты пройдешь за этот момент? Если ты не пройдешь, все твои заклинания сгорят, и ты ничего не получишь по итогу. Я даже не могу сказать, что меня больше нервирует бомжиха. Нет, ребят, не бомжиха меня нервирует. Меня нервируют вот эти вот рыцари. Вот эти вот. Потому что ты прекрасно видел, что его порой бомбишь дольше, чем бомжиху. Вот и все. Почему так мало дают? 250 монет. Почему они урезали вот это все, а? Я не понимаю. Так, 800 монет. Один самоцвет. Раптора 2. Выстрел кластерный и огненная бомба. И огненная бомба? А, нет. Я думал, прокачается. Вот, смотри, еще 7 заборов валим. Мы получим с тобой 2000 монет. То есть, ну, если честно, ребят, то я считаю, что все-таки оптимальный вариант — это фармить вот этот этап. Погоди. Этот же? Вот, вот этот вот. Самый оптимальный вариант. Да, ты получаешь 250 монет, но за плюс то, что ты сломаешь заборы, друзья, то, что ты ломаешь заборы, ты получаешь дополнительные деньги. То есть там 2000 монет, можешь сундук заработать. Да, много, конечно, нужно проходить, ломать, но... Другого варианта, если честно, я пока даже и не вижу. Он даже не предвидится. Другой вариант какой-то. Давай будем честны. Вы сами все прекрасно видели. У них шлем прокачан, да, ребят, я не спорю. Шлем, все, как бы, все хорошо, деловые. Но здесь немножко дело в другом. Помимо шлема, здесь еще нужен уровень. Уровень здесь стоит, ну, наверное, я бы сказал, наверное, на первом все-таки месте. Шлем это дает тебе, как тебе сказать, дополнительную атаку и тому подобное. Давай, 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 жаль. Что, конечно, тоже немаловажно, но... Повышение уровня это повышение уровня. Там повышается, как сказать, общие статы. Не отдельные, а общие. Так что, я думаю, что многие понимают, о чем я. Во всех играх, да? В любых, ребята, играх. Броня хороша, но если у тебя нет уровня, если ты не прокачан по уровню, то 50% от твоей брони улетает просто в трубу. Вот и все. А когда у тебя уровень высокий, да плюс еще сила брони идет, ну это уже совсем другой, ребята, расклад. Это совсем уже другой расклад идет. Так что фармим. Ну такая вот серия, ребят, по фарму сегодня получается. Я думал, что может быть что-нибудь, хоть что-нибудь с тобой сможем пройти, как-то сами себя удивить. Но нет, пока мы сами себя удивить не можем. Что-то я не понял. Это что еще за... Что еще за отстой тут бегает? Это те дирижаблики, которые пролетели, видимо, да? Так, еще 3 забора, мы получим еще одну награду. А какая награда будет у нас? 2000 монет. Итого у нас будет уже 10400. 10400. Плюс у нас еще 2 попытки. 2 попытки. Вот это я, ребят, просто сегодня снял серию и показать вам, чем занимаюсь. А ты можешь спросить, а почему у тебя тогда так мало денег? Ребята, потому что в магазине каждый день что-то появляется.
каждый день какие-нибудь покупки скиллов, там еще что-нибудь. Они стоят деньги, ребят. Поэтому я имел 50 тысяч, хотел, думал, персонажа своего прокачать. Но ты видел, наверное, сколько там стоит прокачка моего персонажа? Нет? Я тебе потом покажу. По 26 тысяч. Еще там сколько-то, я уже не помню, точно врать не буду. Ну, дорого стоит, на самом деле. Недешево, так скажем. Да это двинь ты, подбей его. Вот они, эти вот охламоны, блин, меня просто раздражает. Диментра, на самом деле, очень хорошо, ребята, разбирается с этими охламонами со всеми. Причем он у меня уже немножко прокачан. Ну, там и шлем у него 3-го уровня, и все остальное. Поэтому он так дамажит. По крайней мере, он лучше дамажит, чем наши снэпи электрические. Скажем так. Я думаю, тут не надо никому доказывать. Особенно, так как эти охламоны еще в деревянных доспехах у нас, то, соответственно, и урон они получают колоссальный. Да тут даже и в этих доспехах, ребят, смотрите. Даже в железных доспехах они все равно получают урон. Очень неплохой. Опять там эти бомжи, блин. Все. Ну что? Угу. Дайте мне, пожалуйста, награду. В 2000 монет. Ледянка, потом еще 2000 монет. И здесь уже будет редкий сундук. Но уже нужно 10. И с каждым разом, друзья мои, 10. Потом надо будет 15. Потом 20, 25, 30. Я имею в виду забор сломать. И в конце идет мифический сундук. Ни разу до него не доходил. Почему-то играю каждый день, но пытаюсь, по крайней мере. И как только до мифического сундука дохожу, на следующий день, оп, ты с самого начала начинаешь проходить это событие. Так вот, в магазине. Вот я прошу имею в виду. Вот покупаешь вот таких вот, ребят, динозавров. Вот здесь, например, 1400. Нужен Т-рекс нам? По идее, как бы нужен. Ну, мне сейчас жалко на него тратиться, а так бы... Нет, я все-таки возьму. Потому что, ну, не всегда ты получаешь карточки или такую возможность купить. А он нужен, ребят. Причем скоро, я так понимаю, будет обновление в игре. Кто знает, что там нас будет впереди ждать. И вот смотри, 43 тысячи. Это ближний бой на 16 или на 15 уровень. 43 тысячи. Ребят, ну, конечно же, жаба задушит, блин, 43 тысячи просто слить на левел 16, ближний бой, где у тебя 1 плюс 1 к атаке появляется. Представляешь? 1 плюс 1, 43 тысячи. Хотя за 43 тысячи ты можешь прокачать своих динозавров. Практически всех. Они, ну, не всех, но два точно. Например, Рэмбо в огне. Он же нужен нам? Нужен, ребята. 20 тысяч стоит. 20 тысяч. Этот парень, конечно, нужен, Стега. Конечно, Стега нам нужен. Тут много кто нужен. Трицер, конечно, тоже нужен, ребята. Лил Спити, так как они сейчас у нас в основном выходят, естественно, тоже нужны они. Все нужны, ребята. И это, я тебе скажу, 20 тысяч только нужно потратить для того, чтобы прокачать ему уровень 8. А теперь представь, сколько будет стоить на уровне 9. Естественно, 40 тысяч, ребята. Естественно, 40 тысяч. Так что не все так быстро. Не получится быстро здесь прокачаться. Не получится. Как бы ты тут ни старался, не получится. И на шару пройти, к сожалению, друзья мои, тоже не получится. Ну, то есть на удачу. Типа это. А, сейчас ломанусь, блин, и всех раскромсаю. Не получится у тебя здесь всех раскромсать. Как бы ты тут не ломанулся. Не получится. Единственное, что здесь недостаток, ребята, я бы сделал бы на месте разработчиков. Чем выше у тебя, предположим, уровень, например, вот
электрический шар, да, там, например, 8 или там 5 уровня, могли бы сделать один нюанс, чтобы он прокачивался быстрее. Ну, не прокачивался быстрее, а быстрее активировался, так скажем. Ну, понимаешь, да, о чем я? Быстрее активировался. То есть не с таким откатом, который он имеет сейчас, а с более-менее нормальным откатом. Чтоб я не так долго ждал, чтобы его заюзать. Вот это было бы, конечно, вообще. Вот это было бы обновление, ребят. А то, что они добавили сюда автобой, для кого? Нет, я могу, конечно, таким макаром фармить первоначальные этапы. Вот поставить просто на автобой. Самые-самые первые уровни. И сидеть, зарабатывать там по 50 золотых монет за 6 попыток. Ну, ты сам понял, да, сколько там получишь там монет. Сгулькин нос. То есть для, ну, сделано для автофарма, грубо говоря, слабых уровней. Ну, а это тоже как бы, ну, не особо. Что-то я тут, по-моему, что-то я тут химичу уже не то, ребят. У нас, по-моему, тактика сломалась. Что я тут делаю-то опять? Что тут изобретаю велосипед, блин? Так что... Ну, автобой вот, ребят, вот как он. Я его сейчас вот поставлю. Посмотришь, как он будет работать. Единственное, что я должен делать, ребята, это управлять своими динозаврами сам. И он лишний раз не будет отбегать от стрелы, летящей у него, или еще что-нибудь в этом роде. Нет. Он на все это будет любоваться, смотреть. Хотя тут, вот тут он отошел, молодец, красавчик. А, он пошел за этими. Ему не дают покоя бомжи. Такой клюк-клюк-клюк-клюканье. Ну, вот таким вот образом. Вот таким образом, ребята, работает автобой. Возможно, да, возможно, для кого-то это будет удобно. Фармить те же самые первые уровни. Так, сколько у нас там? Еще 5 заборов нужно сломать. Ну, здесь мы сломаем 4, ребят, но уже ничего не сломаем, потому что ты видишь, что энергия закончилась. А по этому событию я тебе могу сейчас показать, продемонстрировать, что тут происходит. До этого даже брать не стоит, ребята, потому что ты на него не накопишь. Почему не накопишь? Ну, потому что, ребята, ну, я не знаю, как тебе это объяснить. Пойдут бомжи всех мастей и раскладов. Я даже ума не приложу, что здесь можно предпринять. Ну, давай я тебе просто... Ай, блин. И тут же тоже, ребята, энергия, блин, компании. Да. Что-то я думал, что у них там отдельно идет. Нет, хотел показать, но видишь, не получилось. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!